Всем привет, с вами Сергей, и сегодня я расскажу о новостях, которые произошли в корпорации Access Marketing за последнее время. И, как обычно, по традиции, я одеваю вот эти наушники, работающие по Bluetooth, сделанные корпорацией Access. Профессиональные наушники, вот так одеваю. Вот. И то, что я говорю в микрофон, я слышу в наушнике. Я так настроил систему, чтобы, ну, мне так удобно. Итак, значит, сейчас я окошечко вот это уменьшу. То есть, видите, вот эти наушнички. Вот сюда я себя отодвину. Да, кстати, сегодня какое у нас число? Сегодня у нас 20 декабря 2017 года. Новостей очень много, и по некоторым новостям стоит торопиться. Иначе вы можете кое-что потерять. Так, уменьшим. Заходим на официальный сайт access.com, кликаем на логин, залогинились, ввели свой ID, пароль, и вот здесь читаем объявление. Кликаем на объявление, и что мы видим? Давайте я увеличу. А вы видим мы следующее. Мы собираемся сделать компрессию в системе для маркетинговой структуры 31 декабря 2017 года. Что это такое? Это означает, что компания в течение нескольких лет готовилась к компрессии, и компрессии как таковой не существовало. То есть по деньгам, да, мы зарабатывали согласно этой компрессии, но структуры не удалялись вообще тех людей, которые были неактивны. Теперь, если у вас была структура, и вы не выполнили определенные требования, которые я дальше прочитаю, значит, ваша структура будет потеряна совсем. Итак, читаем дальше. Если консультант не имеет в наличии набора для продаж или 30-дневного PSV, значит, что такое набор для продаж? Набор для продаж – это консультант-кит, который мы оплачиваем раз в год для своей активности, то есть $59.95 в год. А 30-дневный PSE, вот это 30-дневная активность, то есть персональная покупка. То есть, ну, надо что-нибудь купить, ну, минимум на $10 в месяц, чтобы быть активным и чтобы получать комиссионные по своей структуре. Так вот, если у вас вот этих двух составляющих не будет, тогда консультант будет считаться неактивным. И если консультант не активен в течение 360 дней, он потеряет всю свою команду по продажам. То есть вы строили в течение нескольких лет. И если вы это действие не выполните, просто ваша команда уйдет к вышестоящему спонсору. Вот такие прекрасные условия. Наконец-то это случится. Итак, как только компрессия будет завершена, ее отменить невозможно. Компрессионные аккаунты можно реактивировать, однако они начнут строить структуру заново. Итак, с чем вас поздравляю. Есть люди у меня в команде, которые зарегистрированы были еще несколько лет назад, но по ряду причин они неактивны. Они неактивны, и они могут просто потерять структуру. Далее. Начиная с 2018 года, компрессия будет происходить автоматически на основании вашего статуса после 180 дней. Если консультант неактивен в течение 180 дней, он потеряет всю свою команду по продажам. Команда по продажам будет перенесена к вышестоящему активному консультанту. Итак, значит, делайте выводы. Так, еще какие новости, очень важные новости я рассказываю. Вот здесь уже в расширенном кабинете. Как сюда зайти в расширенный кабинет, показываю. Заходим на сайт access.com. Дальше, вот здесь залогинились, кликаете на себя и кликаете на Access Marketing. Если вам предложит система сделать покупку, то есть вы таким образом делаете оплату консультант кита. И таким образом сделайте вашу активность. И после того, как вы оплатите консультант-кит,
Значит, вы сможете зайти уже в личный кабинет, более расширенный. И личный кабинет у нас выглядит вот так, как я вам сейчас показываю. То есть, и еще смотрите, всем партнерам компания сделала сейчас рассылочку вот такую. Давайте я увеличу. Так. Вот так. Значит, мы хотели бы уведомить вас, что Access только что завершила очень успешную ежегодную конференцию в Орландо, во Флориде. То есть в конце октября была ежегодная конференция. Все участники, присутствовавшие на конференции, покинули ее с новым стимулом, твердой решительностью построить свой бизнес в 2018 году. А наша компания находится в движении, и наши лидеры почувствовали это и были очень позитивно настроены на отношение будущего. Access продолжает предлагать отличные продукты и услуги. Значит, первая новая игровая e-sport платформа, веселый профайл и простая платформа, где вы можете играть и зарабатывать деньги. Я вам скажу, наконец-то в корпорации Access появился такой серьезный пассивный доход благодаря платформе eSport. И сейчас здесь идет большой бум, который начался, как обычно, в Азии и США. И, скажем, китайцы уже зарабатывают только на платформе eSport не менее 10 тысяч долларов каждый день. Это не в месяц, это не в год, как в обычных проектах, где вы участвуете. Это каждый день. Деньги мы получаем здесь каждый день на платформе eSport. Итак, следующие продукты от MobileNet. Один из продуктов вы видите вживую у меня на голове. Кроме этого продукта есть у нас еще AHS-часы, разнообразные планшеты и телефоны, разработанные компанией Asus. Asus – серьезная компания. У меня от Asus есть, вот, допустим, монитор шикарный, 24 дюйма. У меня компьютер от Asus частично собранный. То есть это надежный партнер, который делает качественную технику. И большое разнообразие аудиопродуктов. Ну, аудиопродукт вы видите, наушники в данном случае. Значит, где посмотреть? Заходите на MobileNet, то есть на официальном сайте, кликаете на вот эту кнопочку. То есть каждая из этих кнопочек означает каждое направление разных продуктов. То есть MobileNet открываете, вот так открывается MobileNet. Если на английском, вот здесь с правой стороны кликаете на вот эту кнопочку, и у вас откроется возможность выбора русского языка. Кликаете на русский и можете посмотреть каждый из этих продуктов. В данном случае, вот, допустим, наушники. Вот они, наушники, те, которые я вам показывал, беспроводные, работающие по Bluetooth. Есть, конечно, попроще. Есть проводные, есть беспроводные, которые попроще, поменьше. Итак, значит, на чем я остановился? Так, остановился на следующем. Да, еще я вам хотел игровую платформу Access eSport показать. Она находится вот здесь. eSport. Кликаете на эту кнопочку и переходите на вот это окошечко. На вот эту страничку Access eSport. Как что тут делать, я вам расскажу в следующем видео. Здесь также все на русском языке. То есть кликнули вот сюда, сменили русский язык. И в следующем видео я сниму, что мы здесь делаем для того, чтобы получать деньги каждый день. А сегодня я продолжаю рассказывать новости. Значит, новости следующие. Access имеет грандиозный план на следующий год. Мы начинаем первый раунд первоначального распределения акций для квалификационных участников клуба учредителей в марте 2018 года. То есть компания выходит на IPO наконец-то. И ты можешь еще успеть участвовать в этой возможности. Если вы хотите участвовать в распределении
первичных акций, пожалуйста, перейдите в ваш Access аккаунт и посмотрите четвертую фазу клуба учредителей на 2017 год. Квалифицированные участники клуба учредителей одним из первых участников, которые смогут приобрести первичные акции по сниженной цене. Это будет единственный шанс, когда участники клуба учредителей смогут приобрести акции по такой низкой цене. То есть компания выйдет на IPO, будут акции выпущены. Те участники, которые участвуют в клубе учредителей, они приобретают акции компании на уже заработанные деньги. Они вытащены, как обычно, из своего личного кармана, оторвали от семьи, вложили, будет там, не будет, там еще неизвестно, как говорится. Но здесь у вас дается шанс получить деньги на покупку акций по льготной стоимости. Выгоды для вас очевидны. Итак, поехали дальше. Access имеет прекрасное будущее, и мы искренне надеемся, что вы сможете быть его частью. Станьте активным участником сегодня, активируйте вашу команду, начните расширять бизнес и зарабатывать комиссионные бонусы сегодня. Кстати, комиссионные бонусы на вот этой площадке eSports у нас партнеры зарабатывают каждый день. Дальше. Новости компании. Мы собираемся делать компрессию. Ну, про компрессию я вам уже рассказал. В общем, кто не успел, тот опоздал, как говорится. И программа «Льготный уровень» закончится 31 января 2018 года. Что это такое? Программа «Льготный уровень», начиная с 1 января 2018 года, вы увидите свой реальный уровень в бэк-офисе. У вас будет еще один месяц, чтобы построить вашу команду. Начиная с 1 февраля 2018 года, вы будете получать зачисления в соответствии с вашим реальным уровнем. То есть, что здесь сказано? Это касается стареньких партнеров, которые когда-то достигли своего определенного ранга по карьере, и компания им заморозила их статус на время. То есть время обозначено это 31 января 2018 года. Значит, если эти партнеры не смогут активироваться сами, активировать свою команду, то их этот самый статус, он просто изменится в соответствии с распределением их команды. Значит, где посмотреть маркетинг? Показываю. Нажимаете «Главное», нажимаете «Таблица компенсационного плана». Вот так, правой клавишей щелкну, «Открыть» во вкладке. И вот здесь сейчас откроется, вот так сделаю, вот так увеличу. Здесь откроется маркетинг. Значит, смотрите, по маркетингу мы получаем согласно своего уровня. То есть есть статус золота, есть статус платина, там бриллиант, голубой бриллиант, черный бриллиант. Значит, от чего они зависят? Я, наверное, в следующем видео очень подробно расскажу этот маркетинг. И, скажем, маркетинг у нас идет в глубину, то есть глубины у нас не существует, глубина до бесконечности. Это очень хорошо, потому что вы с каждого партнера получите хотя бы 1%, и это будет каждый день. Это шикарно. Про маркетинг смотрим дальше. Так, про новости я вам рассказал. Это важные новости, которые надо просто выполнить, если вы хотите ничего не потерять, а все только собрать. Итак, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в компанию. Ссылочка на регистрацию будет под этим видео. Как зарегистрироваться, я оставлю видео, я уже сделал это видео. Под этим видео можете посмотреть видеоролик «Как зарегистрироваться». Все, с вами был Сергей Щураков. До скорых встреч. Всем пока.